Около 100 российских предприятий принимают участие в выставке «Стройиндустрия» в Якутске. Они прибыли из более чем 15 регионов России. Помимо этого, участие принимает и предприятие из Беларуси. В этом году выставка проводится уже в 14 раз. По словам организаторов, 60% участников постоянные. Выставка помогает им найти рынки сбыта и партнеров. Во многом благодаря ей в прошлом году на территории республики различные компании инвестировали порядка 17 миллиардов рублей. Динамика строительства, которая есть, она предполагает прежде всего эффективное строительство и скорыми темпами, учитывая, что сроки строительства Республики Саха-Якутия, они определены сезонностью. Плюс они еще обусловлены помимо сезонности еще и логистикой. Это все отражается на сроках строительства. Поэтому скорость строительства, эффективное строительство и, соответственно, качество – те приоритеты, которые присущи стройкам в Республике Саха-Якутия.